Привет, YouTube! Привет всем любителям часов! Сегодня на меня такой обзорчик таких вот интересных, многофункциональных, спортивно-экспедиционных часов Timex Expedition модель 49851. Сделанные в Китае, но фирма Timex, она американская, и как бы качество меня никогда не подводило. Я вообще любитель именно фирмы Timex часов по разным причинам, но одна из самых, как сказать, что меня подкупает всегда, когда я беру фирму часы Timex, это их какая-то вот мощь, надежность, огромная батарейка. Там реально не какая-то малюсенькая батареечка, как во всех часах, а конкретная такая батареечка, которая вставляется в типа в пульты от автомагнитол. Такая огромная батарейка, там даже написана маркировка, я потом покажу. И знаменитая подсветка Indigo. Могу сейчас ее даже продемонстрировать. Сейчас. Выключу свет. Так. Вы увидите, что такое подсветка Indigo. Это бомба. Вот такая вот она. Офигенная, бирюзовая, грамотная подсветка. Супер вообще. Ни у одних часов такой мощной подсветки я не видал. Поэтому такие факторы, как надежность, подсветка и мощность конструкции, меня именно привлекают в часах Timex. Вот теперь рассмотрим эти часы крупно. Пройдемся по функциям, посмотрим их особенности и что они могут. Значит, что я говорил по поводу брутальности. Посмотрите, какие они мощные. Толстенные, ремешок, не какой-то хлипенький, а очень толстый, огромный ремень. Кстати, ремень — это очень важно в наручных часах. Именно кожаный ремень, который люди по привычке думают, что это очень хорошо и интересно, это полная ерунда. Кожаный ремень, он впитывает запахи, размякает, и буквально через полгода он превращается вот в, ну, не в, его только остается выкинуть. А именно пластиковые, каучуковые ремни, они, можно сказать, вечные, потому что их можно мыть, они не боятся ни влаги, ни пота, не впитывают запахи, и все у них хорошо. Сзади мы видим фирменную крышечку Timex Expedition серии. Там как раз указано, какая батарейка вставляется. Можете потом вбить в Google и посмотреть, что это за батарейка. Она просто гигантская. Это значит, что этой батарейки надолго хватит. Timex гарантирует 5 лет бесперебойной работы. Значит, дальше идем по функциям. Часы имеют, естественно, дату, день недели, вот, и разные режимы, то есть у них разные таймзоны. Сейчас у меня таймзона не достроена, но вот, нажимаем. Вторая таймзона, третья таймзона и первая, как бы основная, вот она. Там можно настраивать, то есть там Москва, Лондон, Нью-Йорк. Каждый раз, чтобы не переставлять часы, приезжаешь, просто нажимаешь, там раз, переключился. Это раз. Дальше возможности. Хронограф, то есть секундомер, да, с отметкой кругов. Звуковые сигналы. То есть полезно для тех, кто любит заниматься бегом, что там можно отмечать круги. Пробежал круг, поставил отметку. Вот раз, первый круг. Второй круг, там память. Там вот именно в памяти, там куча кругов. Дальше побежал. То есть можно контролировать, за какой, с каким, за какое время ты проходишь круг каждый раз. То есть это очень полезно. Таких
Вот смотри, чтобы остановить, сбросить, то есть нажимаем кнопку reset, нажимаем и сбрасываем. Вот, hold to reset. Все, скинули, дальше идем по функциям. Хронограф, таймер, таймер обратного отсчета, там на 10 минут, ну здесь все просто. Нажимаем, и он пошел в обратный отсчет, можно настроить там кучу по времени. Вот. Также сбросить, нажимаем. Дальше идем по функциям. Гидра. Вот это очень интересная функция. Это полезно для людей, увлекающихся подводным плаванием. То есть каждые там сколько-то времени часы будут напоминать о себе каждые 5 минут, 10 там, и так далее. Мало того, что они просто будут пищать, они будут еще и выдавать вибросигнал. То есть даже если под водой, когда не будет очень, не будет слышно звукового сигнала, всегда можно почувствовать вибрацию. Вибрация достаточно мощная, как на сотке. То есть очень полезная функция для тех, кто занимается плаванием. Вот. Дальше идем. Гидро. А, вот это интересная функция. Эта функция, можно сказать, что это такой ежедневник. Здесь можно выставлять дату. Вот. Set. Выставляем дату, да? Вот. Сегодня 30-е, выставим там, не знаю, любой день. 5 сентября, да? Нажимаем. Готово. Сейчас, еще раз. Set, да? Выставили дату. Вот. Выжимаем дальше. Что нам нужно выбрать? Путешествие, шоу, что-то там другое, мульти, холли, Новый год, что ли? Что такое? Короче, можно сказать, что это записная книжка, которая как ежедневник можно просматривать. Сейчас продемонстрирую. Я там уже что-то понаставил. Вот, можно смотреть. 30-й у меня трип. 1-й у меня дил. Дальше доктор. Вот, потом вот. То есть это, можно сказать, ежедневник. Далее идем по функциям. А, будильник. 3 будильника выставлены. Запоминает 3 функции будильника. Сейчас поставлю будильник и продемонстрирую, как вот вибросигнал работает. Сейчас, секунду. Так, поставил будильник. Вот они начинают вибрировать. Плюс подсветка идет. Пошел звуковой сигнал. Также они начинают подсвечиваться. Очень удобный, классный будильник. Разбудит мертвого. Вот. Таких установок 3 штуки там есть. Естественно, часы водонепроницаемые. Заявленная водонепроницаемость. Сейчас фокус поймаем. 100 метров. Проверяли, ныряли люди на 5 метров, плавали под водой с этими часами, проблем никаких нет. То есть водонепроницаемость абсолютно нормальная. Все путем, держит. Отлично. Сделаны очень добротно, качественно, без косяков. Базель не поворотный, то есть он здесь намертво стоит. На нем стороны света. Север, юг, запад, восток и так далее. Это для ориентировки там, по местности. Кстати, на следующей неделе должен мне прийти интересная модель с электронным компасом. Мы будем его рассматривать, смотреть, как он устанавливается и вообще как работает. Вот. Часы очень толстые. Сейчас покажу, как они смотрятся на руке. Они такие мужские конкретные часы. Вот так они смотрятся на руке. У меня рука не очень, как бы сказать, не толстая. Можно сказать, худощавая, жилистая. Но я считаю, что смотрится вполне прилично. Абсолютно.
естественно. Часы не дамские, конкретно мужские, Expedition, на них так и написано. Часы для мужиков. Вот. Показано, что у них достоинство Vibration Alarm, 100-метровая подсветка, Indigo, Start Sleep, все кнопки. Ремешок мне очень нравится, очень классный. Сзади на ремешке так прикольно сделано, чтобы он не выскакивал, такая вот защелочка. И на ней выемка, а там, как сказать, шпенек, чтобы он плотно садился. Ремень очень добротный. Мне часы очень нравятся. Вообще, к ним никаких претензий нет. Я вот люблю такие вот. Вообще, больше раньше любил именно часы стрелочные, но вот сейчас потихоньку склоняюсь, что электронная модель, они более навороченные, с миллион кучей функций, и поэтому, как бы, не знаю. Короче, ребята, если кому-то нравится эта моделька, смело берите, рекомендую. Часы суперские, очень стильные какие-то качества, как бы, они не кричат, что это дорогой Rolex там, или какой-то там Tissot, или еще какой-то Patek Philippe. То есть, понтов минимум, а функционала много. При том, что они стоят очень недорого, а вы получаете огромное количество. И плюс к этому всему, что они дичайше точные, потому что там стоит кварцевый механизм, и они там, ну, короче, их подводить практически не надо будет. Может, там раз в год на минутку они, может, там уйдут плюс-минус, и все. Ничего не заводить. Батарейка на 5 лет. Батарейки есть эти везде, в любом супермаркете висят по модели. Вот. Устанавливается тоже не проблематично. Открутил, заменил, до свидания. Так что рекомендую. Всем спока. Спасибо.